Анонс и точная дата выхода 4 серии нового сериала «Блуд». 4 серия сериала выйдет на телеканале 2 плюс 2 19 августа. Напомним, по сюжету сериала мы видим, как он закручивается в круг бесстрашного, настойчивого и отважного бывшего преступника по прозвищу Плут. Его жизнь сложилась не самым наилучшим образом. С самого детства Плут попадает под влияние плохой компании, что приводит к годам заключения в тюрьме. Плут переживает потерю близких, но это его не сломало. Выйдя на свободу, он решает начать новую жизнь, в чем ему помогает его друг по имени Андрей, руководитель оперативной части. Провернув дерзкую аферу и получив новое имя и фамилию, Плут становится Станиславом Бойко. Стас был лучшим другом Плута и Андрея, но год назад он трагически погиб. По новым документам Плут устраивается в полицию, вот только не из чистых побуждений и оказания помощи Андрею в поимке опасного преступника, а из-за своих личных целей. Бывший заключенный, пользуясь своим новым положением, разработал план, чтобы ближе подобраться к криминальному авторитету и иметь его расположение. Все дело в том, что перед тем, как оказаться в местах лишения свободы, на участке этого коррупционера Плут спрятал похищенные драгоценности. Однако добраться до этой легендарной личности в особых кругах будет не так-то и просто. Напомним, 4 серия сериала выйдет на телеканале 2 плюс 2 19 августа. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.